В Ульяновске подвели итоги субботней несанкционированной акции. Всего в ней приняли участие около 500 жителей региона. Из них было задержано 28 человек. Составлено 26 протоколов. На нарушителей, задержанных нарушителей, составлено 26 административных протоколов, в том числе 21 протокол по части 5 статьи 20.2, это участие в несогласованном с органами власти массовых мероприятий, 2 протокола по части 2 статьи 20.2, это организация несанкционированной, организация или проведение несанкционированного публичного мероприятия, и 3 протокола составлены за нарушение действующего на территории региона режима повышенной готовности по мероприятиям профилактики COVID. Нарушителям грозят штрафы от 10 до 30 тысяч рублей, административный арест на срок до 10 суток или обязательные работы на срок до 50 часов. Известно, что в отношении одного из участников акции, который был привлечен за организацию мероприятия, суд вынес решение об административном аресте сроком на 7 суток. Среди задержанных был школьник. В настоящий момент вопрос о его постановке на учет решается учреждением образования и комиссии по делам несовершеннолетних. Как отметил Александр Мурашов, несмотря на отдельные провокации со стороны собравшихся, полиция сумела не допустить актов насилия. В Ульяновской области установлено около 11 тысяч видеокамер, а место проведения акции просматривалось камерами и были зафиксированы все участники акции. Поэтому факт совершения административного правонарушения останется в биографии человека и может повлиять на его деловую репутацию.